В Иванове появилась интерактивная карта, призванная помочь горожанам утилизировать опасные отходы. Речь идет об отработанных батарейках и ртуть-содержащих лампах, которые представляют большую опасность. Началось все с того, что разбился градусник, и мы все взрослые люди понимаем, да, что это опасно. И я решила выяснить, есть ли в Иванове места, где принимают вот такие отходы на утилизацию, потому что в обычный контейнер выбрасывать это нельзя. Началось с того, что позвонил в МЧС, МЧС рассказали, как собрать ртуть, и порекомендовали отнести в специализированную организацию. Но где эта организация, не сказали. Дальше начались поиски информации. На них у Ирины ушло 2 дня. В итоге градусник она отнесла в управляющую организацию. Список этих компаний они запросили в мэрии, департаменте ЖКХ, чтобы облегчить жизнь остальным жителям города. Дальше мы прозвонили все эти организации, указанные в ответе. Вот, потому что некоторые уже поменяли название, некоторые закрылись, вот, некоторые поменяли адрес. И те компании, которые подтвердили то, что у них действительно есть контейнеры, мы внесли вот в эту карту. Вот. Но, возможно, мы что-то упустили, человеческий фактор, поэтому если есть еще какие-то организации дополнительные, мы тоже просим нас информировать, и мы внесем. От идеи создания карты до воплощения прошло несколько месяцев. В будущем на ней появятся пункты приема батареек. Сейчас их можно сдать в крупных торговых центрах. Также на карте появятся адреса компаний, которые непосредственно занимаются переработкой опасных отходов. Точки приема пластика и макулатуры тоже не останутся без внимания. Люди сейчас активно заинтересованы в раздельном сборе мусора. Они задаются этими вопросами, куда сдать, что сдать. Мы проводили весной экологический форум, в результате которого увидели, что люди не знают, оказывается, у нас можно сдать даже текстиль. И эта информация, интерес к этой информации у людей проявился, поэтому мы тоже это все внесем со временем, постепенно. В обществе охраны природы надеются получить президентский грант и довести карту до совершенства, чтобы она была максимально удобной и полезной в использовании. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.